В Первоуральске новый начальник ГИБДД. Им стал полковник полиции Роман Ярыш. Сегодня его официально представили сотрудникам госавтоинспекции. На работу в полицию Роман Ярыш пришел после 10 лет службы в армии. Долгое время занимал должность командира полка управления вневедомственной охраны Екатеринбурга. До перевода в Первоуральск 4 года служил в должности командира полка ДПС областного центра.